Друзья мои, всем огромнейший привет! Сегодня обалденнейший день. И знаете, почему обалденный? Потому что это пятница. Сегодня 26 мая, пятница. И что из последних новостей? Сегодня я вот на данный момент еще еду на Ларгусе, но скоро съезжу, заберу сценика. Потому что сегодня последний мой день, когда я заменяю руководителя, он был в отпуске. И буду я, в общем-то, опять ездить пока домой на своем сценике. 3 недели я не ездил, а вот поедем и сегодня начнем опять эксплуатировать сценик. Надеюсь, что у меня появится больше времени и будем делать почаще ролики. Плюс какой-нибудь ремонтик замутим. Потом, что еще из новостей из последних? На этой неделе, 24 мая, у моей младшей дочурки, у моей малышки Ксюшеньки, было 10-летие. Поэтому она является подписчиком нашего канала. Поэтому, если вам не сложно, можете набросать поздравления. Я думаю, ей будет очень приятно. Далее что? Еду сейчас на город. Сломался у меня, что-то у меня вообще на этой неделе техника ломается. Первое, это сломался бульдозер. В общем-то, гидронасос, у него постоянно была течь. Решили его снять и выявили, что там в гидронасосе трещина. Поэтому заказал гидронасос, он уже пришел автолайтом. Сейчас еду его забирать. И на этой неделе сломался у меня погрузчик. Это Люгонг, китаец, он 2013 года. В общем-то, у него захрустел передний мост. Достали, выкатили мост, разобрали редуктор. Ну и там на большой это шестерне побило 3 зуба. Причем видно, что 1 зуб обломило раньше. И не знаю, либо его кусок этот подхватило, и свежее видно, что разбило еще 2 зуба. Из-за чего это тоже сказать не могу. Вроде, блин, и масло такое нормальное, но хрен его знает. Или это брак какой-то заводской был, отливка, может, плохая. В общем-то, не знаю. Поэтому надо и с этим разбираться, и с тем разбираться. Но это техника. Техника, она постоянно ломается. Так что ничего с этим не сделаешь. А так, погода классная. Такой штиль. Еду, работает кондиционер, вторая скорость. И все равно в машине, так сказать, ну, комфортно, но все равно не холодно, я бы сказал. По-моему, на данный момент, сколько, 23 градуса чистый показывает. Но у нас мошек. Я вчера вышел на улицу в шортах, мне как дали. Блин, короче, искусали все ноги. Они в волосах, в ногах застревают, начинают, видно, злиться. Блять, грызут, как собаки. В общем-то, такие, друзья, дела. Никаких ремонтов, наверное, в этом ролике не будет. Поставляю опять отрезки, что у меня было за последние дни, если что-то и было, если что-то снимал. Честно сказать, уже даже и не помню. У меня каждый день круговорот сплошнейший. Я постоянно у движухи какой-то. Думал уже, если честно сказать, что, наверное, за эти 3 недели схудал капитально, но весы показали, что отметка стоит одинаково, в общем-то, что ты на диване лежишь, что ты херачишь постоянно в движении. Вес стоит стабильно. Так что такие дела. Все, полетели. Еще, друзья, у нас же не так, как в России, не знаю, в Украине также, не так же. У нас с 5 дней до 31, 5 дней после 31 мая надо ездить с включенным светом фар. Поэтому, если в сценнике есть ходовые огни, то в Ларгусе ни хрена нету, туманки надо не забывать включать. Честно сказать, какие вообще первые ощущения после Ларгуса, севши на сценик. Ну, блин, это комфорт, это удобство. Ну, вообще, конечно, даже никаких сравнений нету. Даже и мотор там тоже 1.6 в Ларгусе, тоже К4М, но без фазовращателя.
Здесь с фазовращателем, ну и по мотору даже, конечно, с ценник порезвее. А так, кондиционерчик работает, двадцатка на авто, температура 22, но что-то на самом деле, скорее всего, побольше. В общем, погнали на работу. Друзья мои, мы приехали, сейчас поставим здесь, после обеда будет тенек. Все, сами пошли работать. Ну, как я и говорил, тут после обеда всегда тенек. Забрал, сейчас на Валберес заезжал, еще забрал картридж. Ну, этот принтер. И забрал вот такую штуку, средство от известкового налета. А нужен он мне вот зачем. Сижу, короче, мужики, в гараже. Хернёй такой занимаюсь. В общем-то, это отпариватель. Бля, называется Китфорд. Называется. Короче, российско-китайская херня. И перестал он сразу работать. Возили в ремонт, поменяли в нем плату. Потом начал нормально работать, но вместе с паром стал выплевывать воду. Залили лимонной кислоты, потом очистителя этого от накипи. Погоняли. Пробило ручку. Здесь у ручки тен стоял. Сделали с отцом ее, но упала кнопка, которая переключает режим отпаривания и режим просто нагрева утюжка. В общем-то, хрен с ним. Сделали, но при этом все равно вместе с подачей пара выходила вода. И не то, что там капельки воды, а конкретно вода шла. Думаю, разберу это чудо. В общем-то, разобрал, располовинил, стоит здесь внутри тен электрический.
располовинил этот стакан. Смотрите, что тут внутри. Это я уже вычистил немного. Это все следы накипи. Тут даже, он, видите, как, ну, камни такие. И вот этот вот сам нагревательный элемент. Он здесь был тоже. Это я уже начал чистить. Он был в таком состоянии. Надо это как-то, наверное, даже не чистить, а кипятить даже, наверное, в кастрюле. Чтобы все вот это дело, ну, короче, убрать. Вот такие вот дела. То есть, конечно же, ТЭН нормально не работал. Вода нормально не нагревалась. И какая-то ее часть с паром выходила на утюжок. И при этом забивала еще и сам утюжок. А так, система здесь обычная. Ставится сюда вот этот бак с водой. Здесь стоит электрическая помпочка. Она воду эту забирает с бака. Гонит по шланжику сюда, на вот этот ТЭН. ТЭН воду нагреет, превращает в пар. И по другому шланжику, по вот этому большому, отправляет на утюжок. Вообще прикреплено... Сука, тут шланжику идет. Два шланжика идет. Один получается на подачу, вот этот. А второй... Он я снял, идет типа как обратка. А, три шланжика все. Второй идет как обратка сюда на клапан. А третий идет уже, вон он, то есть он идет уже на утюжок. Не знаю, в общем-то, получится сделать или не получится. Задолбался я уже, короче, в ремонт и возить. Жена говорит, делай с ним что хочешь, поэтому решил поэкспериментировать. Ладно, будем крутить дальше. Вот такие у меня, друзья, дела. Все хорошо. Сегодня вечером буду продолжать заниматься ремонтом отпаривателя. Удалю этот известковый налет. Ну и соединю этот стакан ТЭНа на герметик. И думаю, что отпариватель будет работать. Ну, на этом, наверное, все в этом ролике. Что-то новое появится, обязательно, конечно, сниму. Времени, повторюсь, надеюсь, будет сейчас побольше. И поснимаем, потому что идей много, ну, что снимать по сценнику, но вот реально времени просто не хватает. Поэтому вам огромное спасибо, что смотрите, что поддерживаете. У нас две приближаются такие круглые цифры. Это 1500 участников в группе в Телеграме. Кто там не подписан, обязательно переходите по ссылочке в описании и устанавливайте Telegram, если он у вас не установлен, и присоединяйтесь к нашей группе, там, в принципе, очень интересно. И совсем чуть-чуть нам не хватает до 10 тысяч подписчиков. Надеюсь, что тоже в ближайшую неделю-две мы эту цифру достигнем, и канал, так сказать, достигнет какого-то уже рубежа. Все-таки 10 тысяч, это уже не просто так, это уже даже какая-то ответственность на блогере лежит перед своими подписчиками. Все, друзья, вам всего самого наилучшего, крепкого вам, главное, здоровья. В общем, всего вам самого-самого наилучшего. До скорых встреч. Всем пока. А, ну и да, если не влом, перейди в комментарии, ну и напиши, черкани пару слов ребенку, ему будет радостно. Народ, совсем же забыл рассказать еще про одну новость. Мой братишка родной уехал в Европу работать в дальнобое. И я его попросил, чтобы он мне сбрасывал какие-нибудь видео с интересных мест. Ну, какие-то достопримечательности, либо просто красивые какие-то места. Поэтому введем такую традицию. Будем эти видео вставлять в наши ролики. Сейчас на экране покажу, где он находится на данный момент и откуда снято видео.